Абсолютно новое, невиданное и свежее. А у вас тут кондиционер вообще не выключается? Первое в России шоу про работодателей. Я получила оффер. В нашем мире поиск работы – настоящая головная боль. Наши участники будут оценивать каждую должность по 5 критериям. Офис и удаленка. И это каждый день за МКАД ездить. Стабильность компании. Да они только в прошлом году открылись. Горизонтальный и вертикальный карьерный рост. Да, я хочу много зарабатывать, и я готова работать. Возможность развития. Есть работа, и больше ни... И, конечно, доход. Сколько? В шоу участвуют 4 компании, и кандидаты будут ставить оценки каждой из них. Как будут распределяться баллы? Нет, но это сразу ноль. Дисклеймер. Мы знаем, что на первом месте будет Skyeng. Офис и удаленка 10 из 10. Нужны только ноут и интернет. Стабильность компании 10 из 10. Мы в топе EdTech компаний России. Возможность развития 10 из 10. У нас есть собственный корпоративный университет. Карьерный рост 10 из 10. Ты можешь стать супервайзером или взять дополнительные проекты. Доход 10 из 10. Все зависит только от тебя. Тебе не нужно шоу. Тебе нужен Skyeng.